Призвание нового лекарственного средства – бороться с микробным обрастанием ран, ожогов и пролежней. До сих пор для схожих целей изготавливались препараты, содержащие ферменты животного происхождения – трипсин, химотрипсин, а также ферменты из ананаса и папайи. В данной разработке мы соединили два действующих вещества. Фермент, который называется фицин – это протеиназа из сока инжирного дерева, с хитозаном – это нерастворимый продукт, получаемый из хитина, а хитин – это основа панциря ракообразных. С применением этого препарата увеличится вероятность, что у пациента не останется шрамов после лечения. Основное преимущество продукта – ускоренный в два раза процесс заживления ран. Мы показали, что если раны, которые инфицированы стафилококком, обрабатывать нашим полученным продуктом, то значительно ускоряется процесс ранозаживления, гораздо быстрее происходит очищение раны от микроорганизмов. Без обработки площадь снижалась в два раза где-то за 6-7 дней, а в присутствии нашего компонента наполовину рану затягивалось где-то за 4 дня. Уже 5 лет ученые работают с новым ферментом фицином. Пока точно неизвестно, когда лекарство пойдет в применение, но проект уже прошел большинство стадий и находится на этапе тестирования. Узнаем, как проходит процесс разработки лекарственного продукта. Изначально все начинается, конечно, в пробирке. Мы получаем так называемую модельную биопленку, выращиваем в пластиковых планшетах и обрабатываем различными ферментами в различных условиях и оцениваем, какой вариант даст лучший результат. Второй этап – это анализ более глубокий с помощью различных методов микроскопии, биохимии. И дальше уже идет тестирование на модельных животных. На данный момент препарат имеет вид порошка. В будущем ученые планируют внести его в перевязочные средства, чтобы эффективно удалять микробов с инфицированной раны. Федосия Ершова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.